качестве именно инструментального гитариста, поскольку много поэтов, много слов, так что я буду вас сегодня разбавлять музыкой. Вот хотелось бы услышать мнение зала. Кто как считает, все-таки лучше знать истории из книг или посмотреть на эту тему фильм? Книги. Книги. А почему книги? Кто знает? Ну, точнее, у кого такое мнение на этот счет? Больше влезет. Ну, лично моя точка зрения такая, как бы я просто, у нас, к сожалению, лимитирована, поэтому буду краток. Да, первоисточник, и каждый может рисовать в голове ту картину, которую он хочет. Поэтому я не буду навязывать вам название следующей композиции и говорить, почему они написаны, кроме, естественно, той тематической, которую я сыграю в встрече. Поэтому рисуйте картину в своей голове, наслаждайтесь. Знаете, я люблю читать биографии разных популярных личностей, и многим повторяется такая история, когда, вот, допустим, рассказывает какой-нибудь спортсмен или там музыкант, что вот однажды я попал на концерт того-то, или однажды я увидел игру кого-то, или увидел какого-то актера, или увидел обложку журнала, и у каждого наступает такой момент, когда ты видишь и понимаешь, что да-да, это вот как раз то, чем я хочу заниматься. То именно у меня с музыкой было связано это, когда я впервые попал на концерт и увидел, как вживую ребята на каких-то полусамодельных гитарах, самопальных каких-то педалях, непонятно из чего собранных, играли какую-то
на тот момент очень популярную такую музыку, там какой-то рок, я помню. И вот это ощущение, такое незабываемое встречи с Владимиром Ченком, Царством Небесное, как раз очень сильно повлияло на меня. И вот в эту секунду я помню это ощущение, что, увидев ребят на сцене, я четко для себя осознал, что именно этим я хочу заниматься. И помните, неважно, в каких сценах мы выступаем, сцена на одна, Крокус Сити Холод, или кафе, или дома на табуреточке Деда Мороза, по сути. Мы все исполнители, давайте не бояться себя выражать, очень здорово. Следующая композиция посвящается Владимиру Черенкову, называется «Девять восьмых». Все хорошо?